I'm Richard Bonner, and you're watching Style TV. У меня нет названия своего стиля. Это просто чувства, которыми я делюсь с людьми. Именно эти эмоции соединяют меня со слушателями. Я выхожу на сцену только для того, чтобы разделить с людьми свои мысли. Да, я знаю, что людям проще существовать в стилистических рамках. Называют мой стиль то джаз-фьюжн, то просто африканская музыка. Но могу сказать одно. Я играю хорошую музыку для людей. Я пишу песни на родном языке. Он очень поэтичен. Переведи я песню на другой язык, смысл мог бы утеряться. У итальянцев есть поговорка. Перевод — это предательство. Когда вы слушаете песню, написанную на родном языке, например, на русском, то как никто понимаете ее. Ведь язык — проводник в нашей жизни. Он способен воссоздать атмосферу, в которой рождена песня. Мы живем в разных культурах, в разных условиях. И каждый из нас по-своему будет рассказывать одну и ту же историю. Русские люди по-настоящему поймут и прочувствуют только песню, спетую на родном русском языке. Разные условия, разное понимание жизни, разный язык. Каждый свой альбом я рассматриваю как отдельный проект. И каждый такой проект посвящен какой-либо теме. Вот, например, мой новый альбом «Ten Shades of Blues». Я полностью посвятил блюзу. И попытался разобраться, почему в большинстве случаев у людей складывается неправильное понимание этой музыки. Отчего-то считается, что настоящий блюз — это музыка, которую играют на территории от Африки до юга США в дельте Миссисипи. В моем же понимании, это всего лишь малая часть блюза. Ведь, по сути, блюз — это ритм. Можете попросить любого музыканта, и он наиграет вам его. Я много путешествую и уверяю вас, вы приедете в Индию и услышите этот ритм. Поедете в Ирландию и там услышите тот же ритм. Ну и само собой, Африка и Америка. В Америке, например, его играют музыканты, которых мы обычно называем ковбоями. Они используют блюзовый ритм, но не считают свою музыку блюзом. Они называют ее кантри. Я специально поехал в Америку, чтобы записаться с ковбоями. Кроме того, были сессии в Индии, в Африке. Вот поэтому мой новый альбом и называется «Ten Shades of Blues» — «10 оттенков блюза». Кстати, не удивлюсь, если в России услышу этот потрясающий ритм. Изначально классическая музыка — это была импровизация чистой воды. Потом это систематизировалось. Импровизация отобразилась в нотах. Все зашили в учебники и признали это классическим стандартом. Импровизация — это момент. Вот есть момент, и я импровизирую здесь и сейчас. А лет через 50 это станет стандартом. Но сейчас-то, глядя на вас, я просто сыграл импровизированную фразу.
В этом и есть неповторимость момента. Меня никогда не учили, как это нужно делать. Я даже вряд ли повторю то, что только что сыграл. Если вы попросите меня повторить это в копейку, мне придется прослушать запись, перевести ее в ноты, и только потом я сыграю эту фразу. Вот что такое импровизация. Я совру вам, если скажу, что тяжело играть в разных стилях. Хотя многие говорят именно так. Если есть дар, способности, то усилий не потребуется. С детства мне нужно было просто услышать, и я уже знал, как сыграть это. Даже если в данный момент инструмент не под руками. Вот я слышу. И уже знаю, как это сыграть. Сама природа наградила меня способностью ощущать гармоническое строение. Своим творчеством я пытаюсь объяснить людям, что самое главное в жизни — это уважение и любовь. Любите и уважайте окружающий мир. И не только людей. Деревья, вообще все живое. Я просыпаюсь утром и думаю, как мудро организована природа. Совершенство — это бесконечное движение. Вот урок природы. Хочешь стать первоклассным басистом? Играй, повторяй, совершенствуйся. Сыграешь так 20 миллионов раз. Будет толк, появится выразительность. Люди называют это практикой, совершенствованием техники. Но это не так. Чтобы сыграть фразу 20 миллионов раз, нужно любить эту фразу. Так что совершенство достигается постоянным повторением. Вот эту мелодию. Я повторял не знаю сколько раз. Кто-то назовет совершенствованием техники. Но это не так. Это сама страсть. Музыка — это совершеннейшая из наук. Если взять мелодию и изменить в ее гармонии хотя бы один аккорд, получится совершенно иная картина. Музыка совершенна в своей математической точности. Вы никогда точно не разделите 10 на 3 без остатка. А в музыке без проблем. Музыка очень рациональна. Если бы сама жизнь была музыкой, мы бы жили в совершенном мире.